Ну и давайте продолжать. Мы с вами разбирали группу врожденных рефлексов. А как по-вашему, болевой рефлекс, система болевых рефлексов, это врожденная или приобретенная? Приобретенная. Часть врожденная. А приведите пример приобретенных болевых. Душевная боль. Так, Пашка, это 5. Вы понимаете, что это скорее метафора? Да. Имеется в виду несколько другое состояние. А вообще, кто может попробовать дать определение или хотя бы объяснить, да, биологический смысл боли? Что такое боль? Защита. Предупреждение. Предупреждение. О чем? О том, что это об опасности. Нет, не об опасности. Нет, когда она уже случилась. Опасность – это то, что будет. Да, а то, что уже произошло. Ага. Допустим, случилась радость. Об ущербе. Нет, повреждение. Ага. Нет, физическое. На самом деле, о разрушении клеток. А. Угу. Вот. Так что боль очень простая штука. Это сигнал о том, что часть нашего тела в данной точке пространства, в данный момент разрушена. Чтобы это безобразие не продолжалось, что надо сделать? Предотвратить контакт. Убрать тело из той части пространства, где его разрушают. Да. Да? Значит, а это значит, переводить на русский язык? Ну, вот обрывать. Отдернуть руку, ногу, там, я не знаю, голову, голову. Зависит от того, какая часть вашего тела страдает. А если живот болит? Во, это уже другое. Значит, но здесь болевые рефлексы в чистом виде не будут срабатывать. Болевые рефлексы касаются боли, причиненной откуда? Извне или изнутри? Извне. Извне. То, что там будет внутри происходить, имеет несколько другую логику. Кстати, вот я вам завязал глаза. Вы ничего не видите. Так? И куда-то кольнул иголкой. Вы можете более-менее точно сказать, куда? Да. Да. Болевая чувствительность на внешние процессы работают у нас очень точно. Так? А вот теперь, у вас что-то не так с животом. Вы можете точно сказать, в какой точке боль? Ну, как правило, нет. Внутреннее ощущение, как правило, размазанное. Или, как говорят в науке, диффузное. И плюс к этому очень часто патология одного органа отзывается болью, но совершенно в других местах. В частности, когда у человека проблемы с сердцем. Будет у него болеть слева в груди? Нет. Очень редко. Так? Так, значит, ну, при некоторых заболеваниях, допустим, при стенокардии или, не дай бог, при инфаркте миокарда, да, действительно, загрудинные боли вот в этом месте страшные, сильные и так далее. А в большинстве других случаев где у вас будет болеть? Голова. Нет. Левая рука. Да. Почему левая рука? Левая рука. Значит, боль в медицине это называется иррадиация боли. Да? Ощущение боли от сердца будет у вас смещаться вот сюда, начиная от плечевого сустава левой руки и далее вот по этой линии, до основания большого пальца. То есть достаточно часто, когда у человека вот возникает боль в левой руке, не в правой, а в левой, да? На самом деле это показатель того, что у него не с рукой проблема, а именно с сердцем. А почему это так? Вопрос хитрый, и давайте сейчас не будем обсуждать, вот мы с вами такие дебри физиологии увидим. А опухоли, например, там же клетки разрушаются? Стоп. Опухоли бывают нескольких разных. Это прокачество, я не знаю. Это прежде всего, и каждый из них еще классифицируется, бог знает как. А как вы с точки зрения разрушения их? Ну, вы говорили как-то, что опухоль это просто объект делится. Ага, ну нифига себе просто делится. Значит, если у вас возникло скопление клеток, которые в этом месте не запрограммированы, то запрограммированы ли кровеносные сосуды, которые сквозь это скопление пойдут. А если их нет, то что будет с клетками в глубине этого скопления? Они начинают гибнуть, то есть у вас некроз пошел. Скажите, пожалуйста, а некроз тканей? Особенно массивный некроз ткани внутри вашего тела. Это вещь для организма совершенно безвредная. Вредная. Не вызывает ли это патологию у окружающих? Вредная.
Да. Ощущение горла. Ой, к боли это прямого отношения не имеет. Ребята, еще раз я говорю, давайте про ощущения мы с вами здесь говорить не будем. Биология не занимается ощущениями. Ощущениями занимается психология. Так? Как только физиолог начинает заниматься ощущениями, тут же жди каких-нибудь казусов. И о чем мы сейчас с вами немножко поговорим. Ну, на самом деле, это действительно минимум только. Значит, мы с вами разобрали схему врожденного рефлекса, а вот как ее можно совершенствовать, подгоняя под непосредственные условия. То есть, как можно учиться чему-то новому. В рамках рефлекторного кольца можно любую рефлекторную программу слегка модифицировать под данные условия. А вот создать новую программу можно? Нет, не умеет она так. Значит, вот сейчас посмотрим, как новое создается. Значит, классические работы на этот предмет одним из наших великих соотечественников, Иваном Петровичем Павловым, в начале 20 века были проведены, знаменитые павловские опыты с собачками, там со всеми на свете. Ага. Значит, в школьном учебнике толково описано, почему только первая серия. Хотя там был целый ряд серий, и очень сложно сказать, данные, какую из них важнее. Берем такого кубика, просто с улицы. Приводим его в лабораторию, совершенно новое для него помещение, и включаем перед ним лампочку. И даем поесть. Подождите. Скажите, пожалуйста, у любой нормальной собаки лампочка с едой как-то связана или нет? Нет. Совершенно не связана. Поэтому Бобик посмотрел по сторонам, ну да, горит лампочка. А перед ним миска стоит, и через минуту после того, как кормочку зажгли, в миску мы положили еду. И он с удовольствием поел. Так. На следующее кормление привели его в ту же лабораторию, опять зажгли лампочку. А потом, да. Так. И через минуту дали еду. И следующий раз так же, и следующий раз так же. Значит, а вот теперь внимание, то, что, чего нет в школьном учебнике, но что следует на самом деле учитывать, иначе толком не разберешься. Головной мозг. Понятно, что он связан с самыми разными органами чувств. Это ясно? Значит, вот от глаз проводящие пути в зрительный центр, от ушей в слуховые центры, от носа в обонятельные центры, от поверхности кожи в осязательные центры, ну и так далее. Масса центров в обработке информации от органов чувств. Как по-вашему, выделение слюны, безусловная программа выделения слюны, так, связана с сигналами от каких органов чувств? У всех живых существ. Осязание, обоняние. Обоняние, вы понимаете? Дело в том, что если пошла слюна, это значит, пищеварительная система готовится к перевариванию. А это значит, параллельно с слюной в ротовой полости, что у вас в желудочном соке? Желудочный сок. А желудочный сок всегда активный или неактивный? Что будет, если у вас в пустой желудок литрами выделяется желудочный сок? Ага, понятно, что плохо. Значит, в результате, когда имеет смысл приводить в действие систему выделения пищеварительных соков? Когда еда наверняка у нас будет в системе или не наверняка? Наверняка. Наверняка, отлично. Теперь попробуем связать выделение слюны с обонянием или осязанием. Так, я иду по улице, голодный как черт, весь день не ел ничего, и иду я мимо шашлычного заведения. Запах, а денег у меня нет. Запах есть, а еда есть? Нет. Нету. Так.
Имеет ли смысл врожденную программу выделения слюны и желудочного сока замыкать на запаховый сигнал? Нет. Наличие запаха еще не значит, что я обязательно буду что-то переварить. Может быть, если не запах, а слюна. Так, стоп. Слюна – это результат. Вот у вас слюнная железа, она должна получить приказ от слюноотделительного центра, который в продолговатом мозге сидит. Да? Вот в ответ на этот приказ слюнная железа выделит порцию слюны. Это понятно? Без приказа ничего не выделяет. Вопрос, когда, ответ на какой приказ, на какой сигнал сработает слюноотделительный центр? Можно вкусовой? Конечно, только вкус. Все остальные сигналы просто не подходят. А в чем, например, взаимодействие? В чем, например, взаимодействие сигналов? Стоп, мы говорим про врожденную основу. Врожденная основа, да. А если очень много жизни, есть жвачку? Тогда гастрит работать сможет? Вопрос в сторону. Нет, нельзя, у гастрита другая природа и так далее. Хорошо. Значит, вкусовые сигналы откуда идут? Рецепторы где? Если есть вкусовой сигнал, то значит еда уже во рту. Скажите, пожалуйста, и лично я, и собака. Если я уже схватил в рот кусок пищи, я его отдам кому-нибудь? Нет. Не отдам никому. А это значит, таки буду переваривать? Да, буду. Поэтому первичный врожденный сигнал – это, конечно, вкус. То есть вкусовой центр имеет прямую связь на слюноотделительный. Это понятно? Все остальные центры пока стерли, поскольку со слюноотделительным связан только вкусовой. Вот она связь. Есть вкус. Вы в нос. Да, извините. Ну, дело в том, что вкусовая кора рядом с обонятием. Значит, здесь срабатывают как раз не запаховые, а именно вкусовые раздражители. И вот сигнал через вкусовой центр прошел на слюноотделительный, вот пошла слюна. Отлично. Теперь товарищ Павлов привел собачку к себе в лабораторию. Место у нее новенькое. Да? Горит лампочка, глаза воспринимают лампочку? Да. Хорошо. А по улице за окном лаборатории в это время трамвай может ехать? Да. Может. Уши собачки воспринимают звук трамвая? Да. Отлично. А у соседей снизу в это время могли котлеты подгореть? Да. Могли. Обоняние собаки воспринимает звук? Да. Воспринимают. А у соседей сверху может быть вечеринка, и там все дружно отплясывают что-нибудь. Да. Ага. Система виброчувствительности собаки воспринимает вибрационные сигналы? Да. Воспринимает. То есть на самом деле собачка в новом месте подвергается воздействию самых разных сигналов. Ни один из них, кроме вкуса еды, для нее никак не связан с перевариванием пищи. Теперь приводим собачку в следующий раз. С какой вероятностью именно в этот момент опять поедет трамвай? Очень низко. Трамвай снимает. С какой вероятностью соседи сверху будут отплясывать под ту же самую музыку? Много часов прошло. Низко. Вибрацию снимаем. С какой вероятностью продолжают гореть котлеты у соседей? Низко. Сигнал снимаем. А лампочка осталось. А еще одна стрелка. Что? Еще одна стрелка. А это у нас что за стрелка была? Виброчувствительность сняли. Так. Хорошо. А лампочка осталась. Приводим собаку в следующий раз. Все вот эти сигналы могут быть переменными, а этот сигнал переменный или постоянный? Постоянный. Приводим в следующий раз. Все вот эти сигналы переменные, а это сигнал постоянный. В нервной системе, высоко организованной нервной системе, срабатывает такой принцип. Если у нас одновременно с срабатыванием врожденного рефлекса, а вот этот слюноотделительный, он врожденный. Вот понятно, что это врожденный рефлекс, да? Если у нас одновременно с срабатыванием вот этой системы происходит возбуждение
какого-то определенного центра, да, то между центром восприятия сигнала, безусловного и вот этого прежнего безразличного, замыкается короткая связь. До начала эксперимента эта связь была? Нет. Нет, не было. Ну, на самом деле здесь хитрее. Потому что на самом деле реально все нервные клетки в головном мозге в конечном итоге связаны друг с другом. Только не напрямую, а как? Косвенно. Ну, первая клетка связана, ну, то есть вот как вы понимаете. Вот так. Ну и так далее. На пятом-шестом шагу какой будет охват? Ну, с учетом того, что отдельные нейроны, связанные не с четырьмя участниками, допустим, мотонейроны из, извините, пирамидальные нейроны из двигательной коры больших полушарий имеют по 200 синапсов. Значит, 200 в пятой степени. Что? 200 в пятой степени. Ну да, значит, понятно, что через несколько шагов все нейроны оказываются, вот нужно найти дорогу, по которой пройти к заданному нейрону. Да? То по дороге сколько синусов будет? Очень много. Сигнал быстро пройдет? Нет, не быстро. А может ли быть в соседних рефлекторных сетях в это время они могут быть задействованы, а в результате они будут тормозить, просто эффекты торможения на боковые сигналы, чтобы не мешаются. Поэтому сигнал может просто потеряться. Да? Значит, поэтому модель у нас будет вот какая. Значит, представьте себе, что из Шереметьево в Москву едет очередная правительственная делегация. Так? Или из рублевских своих апартаментов в Кремль решили наведаться главные слуги народа. Так? Скажите, для них проламывают новую отдельную дорогу через город? Нет. Нет. А что делают с уже существующими улицами? Освобождают. А как освобождают? А просто тормозят всех остальных. Это ясно? Так вот, на первом этапе установления вот этой связи используются старые вот эти пути, да, которые уже есть, они и так наверняка есть. Просто, чтобы сигнал этот не потерялся, что делают со всеми боковыми сигналами? Оттормаживают. Так? Значит, в результате, вот эта, грубо говоря, связь является правительственной магистралью. Сигнал, который проходит вот по этому пути, имеет приоритет. В результате теперь выделение слюны можно вызвать не только вкусом пищи, но чем еще? Светлой лампочкой. Так? Совершенно по этой же логике. Навороженный щенок. Так? Слюноотделение вкусом вызывается. Но у любой еды свой запах есть? Да. Есть. Поэтому параллельно со вкусом какой еще сигнал будет действовать? Запаховый. Понятно, что они взаимосвязываются. Да. Так? Значит, вот такие взаимосвязи будут называться временные связи. Да? Или условно-рефлекторное. Откуда такое название? Вот эта связь в любом случае возникает или при выполнении определенных условий. Отсюда название условная связь. Условный рефлекс. В каких случаях формируются условные рефлексы? Кто может коротко сформулировать условия формирования условного рефлекса, простите за тавтологию. Да, ну, может, когда за определенной ситуацией следует что-то еще. На самом деле, в нашей жизни всегда за определенной ситуацией следует что-нибудь еще. Постоянные. Просто если оно перестало, следовать, значит, кончилась ваша жизнь. Угу. Да. Ну, при одной и той же обстановке какая-то реакция. Ма.
пробован. Может, постоянное взаимодействие факторов на протяжении длительного времени. Ага, вот это уже лучше. Только какого с каким фактором? Один из них. Рожденного с неврожденным. Понятно, да? Да. Угу. И в этом случае вот этот стимул, который раньше никакого отношения к слюноотделению не имел, превращается в сигнал о пище. Саму лампочку съесть нельзя, она не пища. Но она сигнал о том, что будут кормить. Так? Восприятие этого сигнала используется для планирования поведения, составления плана поведения. Ну, давайте, что ли, коротенькое определение, Зайка Пашка, сначала определение, а потом вопрос. ТЭКС. При неоднократном сочетании во времени безусловного и безразличного стимула, безразличная планочка в данном случае, безусловного и безразличного стимула между центрами их восприятия, между центрами их восприятия замыкается временная, в скобках, условная связь. Замыкается временная, в скобках, условная связь. То есть формируется условный рефлекс. И вот немножечко про важность и значение, да, условных рефлексов. Рассмотрим вот какую модель. Да. А если, например, вот не только лампочка будет гореть, например, еще будет, не знаю, запах цветов при этом? Каждый раз? Да. Одних и тех же? Да. Ага. То он будет срабатывать только когда горит лампочка и запах цветов, или, например, когда лампочка горит, а запаха нет? О, отличный вопрос. Значит, на самом деле, а какой контроль к такому опыту вы предложите? Итак, привели дворняжку первый раз, и одновременно у нее два безразличных стимула, на которые дальше будут натаскивать. И лампочка, и цвет. И вы провели, допустим, серию из десятка подобных ситуаций. А в следующий раз привели дворняжку, лампочку зажгли, а цветы не поставили. Как по-вашему, будете наблюдать рефлексию? Нет. Дело в том, что сигналом-то в данном случае что окажется? Сочетание. Сочетание. Вы изменили характер сигнала. Вот о том, что будет происходить в этом случае, чуть дальше, сегодня, но просто чуть дальше разберемся. Хорошо. Дело в том, что при исследовании условных рефлексов в лаборатории Павлова стали поступать жалобы на собак. Что собаки ведут себя каким-то странным образом, абсолютно. Значит, мы с ними работаем, набираем материал для диссертации, а они хулиганят. Что им делают собаки? Значит, приводят в лаборант собаку, чтобы эксперимент вести. Лампочку еще не включил, а у собаки слюна уже пошла. Ощущение дома, это помещение. Так нет, дело в том, что если собаку просто оставить одну в этой комнате, никакая слюна на нее не пойдет. Кто включает лампочку? Ну, лаборант, который проводит эксперимент, это ясно. Значит, в результате что оказалось? Собака приучилась реагировать сначала на лампочку, а потом на сигнал о том, что лампочка скоро будет зажигаться. Чтобы проверить такую гипотезу, что сделали? Во-первых, всех лаборантов выгнали, управление экспериментальной ситуацией из соседней комнаты, так? А стали делать шкаф. Перед зажиганием лампочки включали звонок. Вот он, электрический звонок, и начинал звонить. Через минуту после звонка зажигалась лампочка. Через минуту после лампочки подавалась еда. Как по-вашему, после проведения эксперимента по такой схеме, насколько разных раздражителей шла слюна? На звонок.
На звонок шла? На один. На звонок без лавочки шла. Потому что шла. Шла. Потому что сначала звонок, потом лампочка. Конечно. На лампочку без звонка шла. Сначала лампочка, а потом еда. На вкус еды шла. Расширилась зона сигналов, которые могут вызывать данную реакцию. Вот такие сигналы о сигнале, смотрите, лампочку съесть нельзя, но она сигнал от пищи. Звонок тоже съесть нельзя. Да? Но о чем он является сигналом? Звонок является сигналом о пище или нет? Нет. Он о чем сигнал? Лампочка, которая... Сигнал о сигнале. Да? Вот такие условные рефлексы будут называться условные рефлексы старшего порядка. Когда связь замыкается не сразу на биологически важный результат, ну, потому что пища – один из важнейших биологических результатов. Да? А связь замыкается на центр восприятия другого сигнала. Вот честно разберемся, какой это все имеет биологический смысл. Так, по идее, когда собаку с самого начала берут и ведут в лабораторию, нужно же тогда понимать, что в течение времени случится покорм. Нет? Нет, не а так. А почему не побрют? Ну, всегда делали, всегда кормили. Стоп. Мы взяли дворняжку с улицы. Она первый раз в помещении. Нет, ну не первый. Что значит? Первый раз в помещении, подчеркиваю. Никакого всегда у нее еще не было. А когда она десятый раз? Нет, когда много раз уже этот опыт повторили. Почему? Когда? Да, еще раз. Ну, вот много раз такой опыт провели. И она, разве она не понимает, ну, не должна уже рефлекс выделения слюны появляться тогда, когда ее вот приходит человек и ведет ее в лабораторию. Кстати. Ведь ее, она же, ну, ее уже всегда, когда ее приходит человек, берет и берет ее куда-то ведет, ее всегда кормят. Так, стоп. А как по-вашему, вообще собаки, с которыми работают, их что, только кормят и большую часть не делают? А мне приходило в голову, что при этом еще делают операцию фистуляции, так режут щеку проток слюнной железы, вставляют золотую трубочку фистулу для того, чтобы собирать выделяющуюся слюну, чтобы вести учет. Мне приходило в голову, что вводят их на процедуру на заживление этой раны. То есть если ведут, это вовсе не обязательно кормят. И не обязательно в лаборатории. И не обязательно в лаборатории, да в этом же помещении не только эти действия с ним могут происходить. Жизнь, да, еще штука изменчивая. Да. Извините, вот мы сейчас рассматривали, ну вот звонок влияет на, ну, на это звук, правильно? Да. Свет это... Свет. Да, свет. Вот свет влияет на зрение, правильно? Нет, не свет влияет на зрение, а что? Центр восприятия звука не сам сигнал, а возбуждение нейронов в одном центре по аксональным связям передается в другой центр. То есть это срабатывание и складывание нейронной сети вот здесь. Нет, но я имею в виду, что сначала у нас зажигается красный свет, а потом зеленый, да? Потом дается еда, то в конце концов собака прилагает красный цвет. Сочетание красный-зеленый? Нет, сначала красный, через минуту... Вот, ребят, подождите, сейчас мы разберем один пример, после которого вам некоторые вещи станут на место. Станут на место. Так, пример следующий. А, ну я уже выяснял, что «Затворника Шестипалова» никто из вас не читал. Любимая моя штука у Пелевина, я вам ее на путь нашу. Вот одно из цитат. Но не так и важно. Значит, итак, площадка для выращивания бройлерных цыплят. Их там 300 штук, площадью примерно с этот класс, весь пол засыпан торфом, чтобы хорошо впитывать продукты выделения. Так, посередине стоит кормушка, и трижды в день конвейер, который идет под потолком в эту кормушку, сыпется еда. Да? Отлично. Вот теперь, как должно быть организовано поведение цыпленка, чтобы он гарантированно каждый раз ел самое вкусненькое и столько, сколько хочет? Ну, когда он делает конвейер, сразу за ним бежать.
Так что конвейер всегда висит. Звук того, что... Нет. Вообще-то, на самом деле, исходно говоря, самый простой вариант, очевидно, элементарный. Залезть в карман. В этом случае любая порция еды, которая падает сверху, падает прямо тебе на голову. И, соответственно, ты можешь выбирать все, что тебе нравится, ты не пропускаешь время кормления, так? Но в чем ты проигрываешь? А все остальные цыплята в это время ведут свою вольную и разнообразную цыплячью жизнь. Выясняют отношения друг с другом, там где-то дерутся, где-то обжимаются, ну, в общем, нормальная, полноценная жизнь. А ты все время сидишь в кормушке и ждешь еды. Скучно, господа. Да? А теперь один мудрый цыпленок обратил внимание, что прежде чем начинается этот благодатный ливень с небес, да, что-то залязгало и заскрежетало. В результате этот умник какую получил возможность. Вот он ведет свою вольную жизнь, полноценную, насыщенную, напряженную, а как только залязгало, он сразу брум и к кормушке. И он рядом с ней первым. Выигрыш он получил перед остальными? Да. Да, несомненно. Почему? А вот почему. Биологически важное действие уже наступило или еще не наступило? Значит, еды еще нет. А поведение уже изменено для получения. То есть в результате, как ответить на вопрос, способны ли люди к ясновидению? А заодно куры, ящерицы, улитки, там, я не знаю, на самом деле любые позвоночные и многие места. И что вы называете ясновидением? Ясновидение – способность предвидеть непроизошедшие события. Прямо змеи в какой-то степени. Могут. А вы не можете. Типичный пример. Я иду по улице, из-за угла вышел мужик и показывает мне кулак. Меня еще не событие не наступило. Но могу ли я предвидеть то, что может произойти? Да. Ага. Ура, я ясновидящий. Так значит, на самом деле, способность регулировать свое поведение и сама способность создавать планы поведения возникает только после того, как живые организмы начинают реагировать не только на сами важные биологические вещи, но и сигналы. Да? Потому что, что такое сигнал? Вот если это ось времени, да, то для выполнения своей эволюционной задачки сигнал должен появиться до наступления важного события или после. До. До. В результате самого события еще нет, а сигнал уже есть. Если у меня есть соответствующая приобретенная связь, могу ли я заранее подготовиться к наступлению важного события? Да. Получаю выигрыш во времени по отношению к остальным, опираясь на сигнал. Отлично. А теперь берем рефлекс старшего порядка. Итак, вот давайте для простоты с тем же самым слюноотделением. То есть с запуском систем пищеварительных реакций. Так? Какие условные рефлексы у любого человека, на самом деле у любой собаки, домашней собаки, могут вызвать слюноотделение, соответственно, выделение желудочного сока. Врожденный у нас у всех единый вкус. Это врожденное. На этой основе какие приобретенные условные возникают? На запах. Раз. Еще. Осязание. Нет. Мама. Осязание, то есть вы с закрытыми глазами ощупываете котлету. А в чем во рту осязание? А, стоп. Осязание во рту – это компонент вкуса. Зрение. Зрение. Еще. Слух. Слух. Я могу вас довести до самопереваривания желудка вашего, описывая, как я готовлю плов. Бывает. Да? Вы здесь себя целиком переварите. А ведь я вам только слова даю. Ну, давайте я не настолько садистский эксперимент проведу.
Тем не менее, сейчас увидите. Закрывайте все глаза и слушайте меня внимательно. Надоело мне с вами, а заодно жарко и душно. Пойду сейчас я домой и напьюсь как следует холодного чая с лимоном. Вот холодный чай у меня уже есть, холодильничек специально остудил. И свежий лимончик. Я его достаю из холодильника, такой восковатый, с неровной шершавой коркой. Я кладу его на блюдце и начинаю резать дольчиками. Вот я беру, а нож туповатый, поэтому я давлю на нож, лимон так поскрипывает под ножом, я прорезаю кожуру, отрезаю дольчику, поднимаю дольку, она светится, а запах, а по ножу стекает мутноватая капелька лимонного сока. Я подношу нож к языку и слизываю капельку лимонного сока с лезвия. Открывайте глаза. Какие сигналы сейчас получала ваша нервная система? А может, мы лимон... Какие сигналы сейчас получала ваша нервная система? Только слуховые. Только звуковые, ничего кроме звука. Какая система образов у вас рождалась? Только звуковая? Нет, это ощущение. Значит, если вы, кстати, проводить этот эксперимент строго и контролировать выделение слюны у вас во рту, то в том месте, где я описывал, как я слизываю капельку лимонного сока с ножа, да, что показали приборчики тут же? Ага, то, что у вас сброшена порция слюны. А почему? Никакого вкуса во рту у вас нет. Какой сигнал вы получили? Звуковой. Звуковой? Угу. Значит, так что звуковые сигналы, конечно, сюда же. А еще ситуация кормления. Вы голодный как черт и видите, как накрывают, сервируют стол. Стелят скатерть, расставляют миски, раскладывают вилки, ложки, расставляют посуду. Слюноотделение резко подскакивает. А еще время кормления, особенно у людей, у которых такая регулярная жизнь. То есть, как вы видите, целая серия разных приобретенных сигнальных раздражителей. Поэтому мы можем заранее готовиться к пищеварению в ответ не только на определенный сигнал, а на целую серию сигналов. А это позволяет более гибко планировать поведение или только в строго определенном случае. Более гибко. А теперь, если как в случае с лампочкой звонком, на каждый такой сигнал мы вырабатываем еще несколько вторичных сигналов. Теперь составлять свои планы поведения, то есть предвидеть будущее, мы можем на такое же время или на более отдаленное? На более отдаленное. А планирование нашего поведения, на какое количество разных сигналов теперь может опираться? На большее. В результате, что с адекватностью возможных планов? Понизится, вы считаете? Наоборот. То есть вы используете больше информации, из-за этого ваши планы стали менее... Но если мы получим только какой-то один сигнал, который вообще какой-то странный, допустим, услышал я звонок, и все, а это не факт, вдруг там просто в школе звонок прозвенел, однако я уже, кажется, мне как будто я сейчас буду есть уже, там, не знаю. Стоп. Если бы это был единственный, вот из всей этой сферы, да, у вас вторичная связь только на звонок, да? Тогда бы ситуация действительно оказалась рабочей хвостом. Но если у вас есть такая возможность, будет ли у вас реакция только на звонок? Или на то самое взаимодействие сигналов, как в военном примере? Помните, какой пример приводила? Сразу цветы и лампочка. Ага. То есть, на самом деле, вторичные и первичные раздражители могут объединяться в такие компании. Значит, ну, типичный пример. Из-за угла вышел мужик, показывает мне кулак. И я вижу, что это мой хороший знакомый, с которым мы не виделись много лет, и я ему, гад, давно не звонил. Угу.
Ну и что, вот с такой поправкой? Буду ли я готовиться к драке или побегу обниматься? Ага, почему-то, потому что взаимодействие сигналов, да, совершенно изменило информационный контекст ситуации. Идея понятна? Понятно. Вот мы немножечко с вами поговорили о основах, да, собственно, самого условного рефлекса. Так, ну, ребята, еще один малюсенький сюжет, пока вы разогреты на эту тему, я бы хотел его сюда впихнуть. Так, дело в том, что с условными связями есть еще одна принципиальная штука. Скажите, а по-русски-то это вообще как называется? Каким простым, всем понятным словом называется ситуация формирования условной связи? Запомнил. Собачка запомнила, что после лампочки ее кормят. И пока условная связь работает, собачка помнит, где лампочка, там еда. К слову, о механизмах памяти. Помните, я говорил, что самые разные механизмы обеспечивают, вот в частности, сложение условно-рефлекторных связей. Является ли одним из механизмов памяти? Да, конечно. Да, конечно, условно-рефлекторная память. Значит, кстати, условная рефлексия на движение обычно называют другим словом – навыки. Вы помните, как первый раз вы печатали на компьютерной клавиатуре? Да. Каждый из вас. Сколько времени вы искали каждую клавишу? Да, ура. Угу. Ура! Попал. Да? А сейчас? Ну, а сейчас ваши руки идут, собственно. И иногда вы контролируете, туда попал, не туда попал. Не больше того. В чем дело? А у вас сложился моторный навык. Да? Условная рефлексия, но не по поводу работы внутренних органов, а по поводу тонкой регуляции движения ваших рук. Совершенно так же, когда человек первый раз становится на ролике. Ну, встал первый раз на ролике и пошел на рампу крутить сальто с двойным пируэтом. Да? Да. Ага, именно так и бывает. Хорошо, а если он будет тренироваться? Ну, тогда другое дело. Так? Автомат держит равновесие, автомат держит ускорение при повороте и так далее. Сложившиеся навыки, приобретенные формы поведения. Славно, хорошо сделали. А теперь сыграем такую игрушку. Родился олененок у Аленухи, она целое лето заботилась о нем, кормила его, обучала всему, чему сама умеет. На водопой они ходили к мелкому озерку. Так? Осенью Аленухе стало не до сыночка, потому что у нее брачный сезон. Так? И она убежала тусоваться с мужиками. Все, детство кончилось, дальше сам по себе. Так? А теперь настала засуха. К слову, маршрут движения до озера, до водопоя. Это врожденный рефлекс или приобретенный? Отлично. Ну, потому что нельзя составить врожденную программу для всех оленей на свете по поводу каждой возможной нужды. Невозможная программа. Так? Хорошо. А теперь, а осенью настала засуха, и озерко пересохло. Можно ли забыть безусловный рефлекс? Можно. Безусловный, врожденный? Нет. Вы не можете забыть чихание, кашель, мигательный рефлекс. Они не забываются, они не стираются. Вот если бы приобретенные рефлексы носили такой же нестираемый характер, они бы повышали степень приспособленности? Нет. Потому что в случае олененка, что бы с ним произошло? Да, воды там нет. Ну и умер он от жажды. Поэтому параллельно с особенностью запоминания условные рефлексы должны обеспечивать еще одну особенность. Какую? Забывание. Вот такое забывание, стирание связи, будет называться торможение условной связи.
Итак, условные связи, в отличие от безусловно, могут не только создаваться, но и тормозиться. Есть два разных пути торможения. Один из них мы уже описали, это и есть забывание. Кто может сформулировать, в каком случае происходит забывание? Когда в этом эпистоле могут входить уже другие сигналы. Ребята, все очень просто. При отсутствии подтверждения условной связи. Сигнал есть, а важного нет. Сигнал есть, важного нет. Сигнал есть, важного нет. И связь между двумя центрами постепенно угасает, пока не прерывается совсем. Вот это дело будет называться внутреннее торможение условной связи. Это и есть забывание. А есть второй способ затормозить условный рефлекс. Так? Зажег я лампочку, у тренированной собачки пошла слюна. И она ждет, когда я буду кормить. А я подошел к ней сзади и сделал вот так. Что с собачкой? А да. Значит, ну, она там прижала уши, присела, может, описывалась. Значит, а плюс к этому со слюной-то у нее что? Пропала. Значит, вот это хозяйство будет называться внешнее торможение условной рефлексии. Насколько это важно, это мы с вами на следующем уроке. Учтите, что начиная со следующего часа, мы после этого длиннейшего отступления начинаем возвращаться к дракону. Поведение хорошо, но у нас все-таки драконистика.